Всем привет! Сериал «Большое небо». Краткое содержание 7 и 8 серии. В 7 серии мы увидим, как Виктор пытается объясниться с Ксенией, но его догоняет Сергей, и между ними происходит драка. Ющенко запрещает Черткову даже близко приближаться к Ксюше, однако тот настолько потерял от нее голову, что не в силах оставить ее в покое. В результате сильного удара во время драки у Сергея начинаются проблемы со зрением. Во время очередного полета Ющенко на какое-то время не может сфокусировать взгляд на приборах. Саша приходит к Сергею посоветоваться с ним по поводу Виктора. Ющенко ничего не рассказывает ей об отношениях с Черткова и Ксенией. Тем временем Виктора представляют министру гражданской авиации, который приглашает того в Москву. Чертков просит перевести вместе с ним и его друга Сергея Ющенко. 8 серия. Во время полета у Ющенко вновь случается временная потеря зрения. Он уже не может скрывать свой недуг от товарищей. Диагноз врачей неутешительный. У Сергея прогрессирующая потеря зрения. Чертков готовится к переводу в Москву. Виктор дает Ксении неделю на раздумья. Он любит ее и хочет начать с ней жизнь с чистого листа, но уже в столице. Ющенко пишет заявление об уходе, так как летать он больше не может. Однако руководство отказывается его подписывать. В итоге Сергею подыскивают работу на земле. Вика, узнав о проблемах жениха со здоровьем, бросает Сергея и признается, что придумала беременность ради замужества. При переводе в Москву Черткову ясно дают понять, что разводы в отряде пилотов международного класса строго запрещены. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.